Накануне в Лабытнангах состоялся дополнительный конкурс грантов для начинающих предпринимателей. В адрес конкурсной комиссии поступило 7 заявок. Правда, 2 из них пришлось отклонить, поскольку они содержали неполный пакет документов. В итоге за стартовый капитал боролись 5 претендентов. Какие бизнес-идеи они хотели бы реализовать, расскажет Дарья Самородова. В этом году это уже второй конкурс по предоставлению грантов малым предприятиям. По итогам первого средства в полном объеме распределены не были. Остаточная сумма составила 1 671 тысячу рублей. 5 конкурсантов защищали свои бизнес-планы лично. Проекты оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли как успешные предприниматели, так и представители общественности. Гранты – это своеобразный толчок для развития малого предпринимательства в городе. Грант – это далеко не приз, это как бы помощь и предполагает большую работу в дальнейшем предпринимателям. Я надеюсь, что те начинающие малые предприятия, которые заявились сегодня, получат поддержку, эффективно реализуют и будут устойчиво работать на рынке. Начинающие предприниматели в своих проектах предлагали лабытанцам ряд услуг, а Георгий Бакарев защищал бизнес-план по развитию вендингового бизнеса. Уже имеющиеся 2 кофейных автомата приносят неплохой доход. Сейчас он планирует установить уличные аппараты. Они будут размещены не только в центре города, на детских площадках, но и в отдаленном микрорайоне Обски. Термобоксы, они рассчитаны на -35 градусов. Но если дополнительно еще утеплитель оборудования поставить, еще утепленное, то, я думаю, и 40 градусов наши лабытанские, как бы их не помеха. А по поводу покупок, население, любой гражданин подойдет и купит. Это самообслуживание полностью, все заряжено именно в боксе, потому что там никакого труда не составит купить. Кроме этого, лабытнанские предприниматели планируют заниматься изготовлением и продажей выпечки, открыть центр по покраске автомобилей и грузовому шиномонтажу, а также оказывать сервисные услуги по ремонту холодильного оборудования. А вот Наталья Рудницкая вместе с партнером по бизнесу уже открыла семейную парикмахерскую «Веселая расческа». Ей осталось закупить недостающее оборудование. Особенное внимание планируется уделить клиентам с детками. То есть для деток будет оборудована игровая зона с игровыми принадлежностями, развлечениями. В то время, когда мама превращается в прекрасную принцессу, красавицу, ее маленькое чадо будет занято и не будет ее отвлекать, и подарит ей минутки наслаждения, отдыха. Критериев, по которым оценивались бизнес-проекты, много. Один из главных – экономическая выгода. В итоге на закупку кофейных автоматов и создание центра покраски автомобилей предприниматели получат по 200 тысяч рублей каждый. Для парикмахерского бизнеса выделено 360 тысяч. 500 000 должен освоить предприниматель, который занимается ремонтом холодильного оборудования. Дарья Самородова, Алексей Урженко, программа «Время местное».